Газонная решетка, описание, функции применения. При устройстве парковочных мест для автомобилей, детских площадок, дорожек на земельном участке, нередко расходится желание передвигаться по твердой поверхности с возможностью сохранить растительность в неповрежденном виде. Возникшую проблему достаточно легко решает установка газонной решетки. Описание и назначение решеток. Решетка для газона разработана более 10 лет назад. Она представляет собой горизонтально располагающуюся конструкцию, которая собирается из скрепляемых блоков. Каждая часть имеет множество ячеек, предназначенных для посадки растений. Ее стенки выдерживают очень большой вес, способны переносить частые нагрузки. На заметку, модулями можно покрыть необходимое пространство любой площади и формы. Очень хороши газонные сетки для парковки транспортных средств, ведь автомобили оказывают разрушающее воздействие на почву. Также решетками мостят пешеходные и велосипедные дорожки, проезды, площадки для спортивных и детских игр, поля для скачек на лошадях, линии возле железнодорожных путей. Газонная решетка – неоспоримые плюсы конструкции для газона. Обеспечивается ровная, нескользкая поверхность участка из-за стекания. Влаги в отверстии не образуются лужи, нет грязи, почва оберегается от размывания осадками, ветра, проседания под большим весом, газон. При несложном уходе выглядит здоровым, без проплешин. Растение получает все необходимое для роста и не травмируется внутри ячеек. Отрицательные стороны установки ячеистых блоков не подходят для долговременного паркинга, размещения крупных предметов, закрывающих солнечный свет, по ним нельзя ходить в туфлях на тонком каблуке. Принцип действия всех конструкций одинаков, модули укладываются в выбранном месте, ячейки заполняются плодородной почвой, в которую вносят семена трав. В решетку для стоянки автомобилей на газоне частично подсыпается гравий. Обратите внимание, от владельца потребуется уход такой же сложности, как за обычным газоном, периодический полив, внесение удобрений, скашивание лишней длины травинок, удаление сухих и гнилых растений, мусора. Предприятие выпускает разные виды газонных решеток, отличающиеся материалом изготовления, в производстве используется бетон либо пластик. От материала зависит толщина стенок, прочность, стойкость, вес конструкции, высота решетчатого модуля оптимально составляет 4-5 см и более, низкие стенки не удержат почву, формой и величиной ячеек. Материал изготовления решеток для газона. Важно, устанавливаемые конструкции должны длительное время стойко выдерживать большие нагрузки, быть невосприимчивыми к сильной жаре и холоду, не впитывать влагу. Для их изготовления применяются очень прочные материалы, пластмасса, полиэтилен, полипропилен и прессованный бетон. Модуль из пластика, материал выдерживает большой вес, до 80 тонн на КВМ, обладает высокой устойчивостью к солнечному свету, сезонным осадкам, сильным перепадам температуры. Способен прослужить до 20-25 лет. В решетке для газона пластиковые блоки надежно крепятся друг к другу штифтами. В результате образуется цельная конструкция, распределяющая нагрузку. Благодаря небольшому весу пластмассовые модули могут быть доставлены и уложены своими руками. На работу с одного квадратного метра затрачивается 20-30 минут, если перед этим проведены все подготовительные работы. Обратите внимание, несложно рассчитать необходимое количество блоков на покрываемую ими площадь, а также обрезать инструментами до требуемой формы часть из них. Тонкие перемычки позволяют заполнить до 90% площади решетки растениями. Поэтому газонная сетка почти незаметна в отросшей траве. С той же целью блокам можно придать зеленый цвет или любой другой по желанию. К недостаткам пластиковых решеток относят более высокую стоимость по сравнению с бетонными, остроту краев ячеек, об которые можно случайно срезать остросшие травинки. Модули из пластика, модули из бетона, прочный и твердый материал, терпимый к нагрузке до 20 тонн на КВМ. Хорошо показывает себя на твердой почве, легко заменяет другие виды покрытия дорожек на даче. Срок службы составляет 12-15 лет. Обратите внимание, бетон менее долговечен из-за его сужения и расширения при изменении температуры окружающей среды. Следует проверить наличие специальных ячеек, не позволяющих трескаться основной части изделия. Толстые бетонные стенки занимают 50% и более площади всей газонной решетки, остальное приходится на долю растений. Трава не прикрывает конструкцию, которая в целом напоминает по виду тротуарную плитку с отверстиями.
Модули из бетона имеют высокую массу, требуют привлечения грузовой техники для перевозки, специалистов для монтирования. Зато стоимость таких блоков меньше, чем пластиковых, и подготовка к их укладке гораздо проще. Решетка для парковки, автомобильные стоянки, используемые всесезонно, испытывающие высокие нагрузки до 80 тонн, покрываются газонными решетками с усиленной выносливостью и жесткостью. Такие автостоянки имеют приставку ЭКО-Т, сохраняют под собой газон. Им больше подходит квадратная форма ячеек. Интересно, в укладке газонных решеток для парковки есть свои тонкости. Они, в основном, касаются подготовки поддерживающего основания. С глубины от 25 до 40 см вынимается мягкая почва, поверхность выравнивается, накрывается изоляционной сеткой, на 3-5 см засыпается мелким гравием с песком для плотности. В твердом грунте допускается углубление 10 см, которое до половины заполняется мелкими камешками. Газонная решетка укладывается поверх основания на текстильный слой рядами со сдвигами либо в шахматном порядке. В ячейке добавляется почва, поливается, семена высаживаются ниже края решетки на 2-3 см. Обратите внимание, нередко для выравнивания и покрытия ЭКО-парковок применяется специальная техника, границы отмечаются бордюрными камнями. Решетка для парковки, решетка для дорожек. Нагрузка на монтируемые модули значительно ниже, чем автостоянки, поэтому процесс укладки упрощен. Ячейки и сетки для газона могут иметь форму ромба, многоугольника. Ей достаточно выдерживать вес до 20 тонн. Мягкая почва углубляется на 5-10 см для подушки из песка и мелкого гравия. Твердая почва утрамбовывается и выравнивается. Сверху располагается сама конструкция, на ней разматывается рулон с травой для газонов. Обратите внимание, при укладке блоков для маленькой нагрузки часто обходятся только силами работников, без привлечения технических средств. Модели решеток от производителей. Предприятия выпускают изделия для укрепления газонов, разработанные и улучшенные по собственной технологии. Качественные решетки New Gizon высотой 4-5 см имеют ячейки неправильной формы для большей прочности. Делаются из полиэтилена в зеленом-черном цвете. Цена довольно демократичная. Простые и недорогие пластмассовые модули производятся под маркой AirFolk. Решетка может выдержать 80 тонн без деформации. Высота 4 см. Варианты цветов – зеленый, черный. Сиян предлагает бетонные решетки по довольно высокой цене. Подходят для мощения дорожек, парковки легкового автомобиля. С появлением модульных решеток наличие дополнительного свободного места перестало быть обязательным условием для существования газона. Аккуратная зеленая трава может расти там же, где ставится автомобиль, играют дети, занимаются спортом, ходят и ездят взрослые, не испытывая повреждений от ног и колес.